350 килограммов мяса изъяли на границе особой экономической зоны. Партию предприниматель приобрела на оптовом складе в Магадане и не задекларировала. 19 коробок она спрятала в машине. Товар на сумму 150 тысяч рублей планировалось продать в магазине одного из колымских поселков. Хозяйка данного товара, зная о том, что вывоз данной продукции без уплаты причитающихся таможенных платежей запрещен, намеренно скрыла данный товар в грузовом отсеке автомобиля и надеялась, что при досмотре грузового автомобиля данные товары обнаружены не будут. В отношении владельца возбуждено дело об административном правонарушении. В этом случае законом предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. Изъятая партия мяса сейчас на складе магаданской таможни. После окончания следствия и оплаты штрафа партия будет возвращена владельцу. Реализовать ее за границей особой экономической зоны уже невозможно, потому что на оптовом складе товар оформлен для торговли в Магадане.